Понимаешь, даже не знаю, как тебе сказать. Ты пришла просить денег для своего этого бывшего, как его? Ты откуда ты знаешь? Не надо было с уголовщиной связываться. Я тебя очень прошу. Я отдам потом, я заработаю это большие деньги. Да я не проси, это окончательный ответ. Но я люблю его. А, ты не знаешь? У нее в концлагере всю семью убили. Сына, братьев, родителей. Мужа на войне убили. Столько горя одному человеку. А она тут фрицев лечит. Как она держится, не понимаю. Ты там долго будешь стоять? Скажи. Это правда на меня так запал? Скажи. Я знаю, что это ты всех убила. Я только что это понял. А в тюрьме вместо тебя будет сидеть другой человек. Поздновато ты прозрел! Это я их отравила. Но об этом знают только ты и я. Вставай! Вставай. А через несколько секунд останусь только я. И я скажу, что ты пытался меня изнасиловать. И я тебя в порядке самообороны убила. Слышал? Размечталась. Вы знаете, я вот с вами сейчас пообщалась и поняла, что нам нужно было давно расстаться с Витей. Нечего тратить время на сверстников. Это почему так? Ну, потому что только со зрелым мужчиной чувствуешь себя женщиной. Вот, это твоя отдельная комната. Давай, давай, проходи, не стесняйся. Я в Ташкенте училась. Может, думала, в больницу еду. Получилось вот что. Скажи, а как это лечить немцев? Ведь они же фашисты. Да какие фашисты? Дохляки одни. И потом, мы их для чего лечим? Чтобы они экономику нашей страны восстанавливали.